Всем привет! Мы находимся в Мошаве Канав. Это совхоз Канав. Здесь сейчас вы видите то вино, которое вот-вот будет бутилироваться. В каждой бочке 225 литров. Это 300 бутылок. 2016-2017 год. Вино находится в дубовых бочках. Дуб, французский дуб. Как минимум один год. Мы находимся в кондиционированном помещении. И температура здесь плюс 18, плюс 19 градусов. И вот здесь вот с левой стороны, здесь как раз вино, которое было закрыто в бочках буквально вот-вот в мае 2018 года. Соответственно, оно будет бутилироваться только через год и более.